Нашла. Снимает с маски голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него голограмма перед ним. Голограмма, хорошо. Вышла тонкая копия. Хорошо, защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Константина в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Константина поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Константина. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит, он кивает. И хорошо. Перед ним голограмма прозрачная стоит. Я даю команду сканеру. Сканер отключает эту голограмму полностью. Один, два, три. Выводит ее из биополя Константина и отправляет в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готов. Выстраивает голограммы канал к ответственным. Один, два, три. И притягивает в клетку-тюрьму, становится моими заложниками. Один, два, три. Суккуб. Суккуб. Интересно, хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Константина, под ногами, 360 градусов вокруг него. Один, два, три. Сканер сканирует все тонких тел Константина, находит все. Арахноид. Арахноид, хорошо. Синий дракон. Синий дракон, дальше. Инсектоид. Инсектоид. Суккуб. И демон. Какой демон? 9. 9 игр. Это бес? Да, это бес. Суккуб, а что это за голограмма? Он говорит, что это пленка перед ним, которую он закрывал его. Это ты полностью... Делал невидимым. Для женщин, да? Ты это делал? Невидимым для женщин? Да, для другого... нечего влазить в нашу идиллию. А, понятно. Хорошо. Сколько ты находился в этой идиллии, в его биополе? 8 лет. 8 лет. Ну, это уже приличный срок. Это уже приличный срок. И что тебе так нравилось? Все. Забоял я эту накидку. Угу. Понятно. Хорошо, Константин. Вот причина. Пленочка. Вашей невидимости для противоположного пола. Вы видите суккуба, Константин? Как он выглядит на самом деле? Он говорит, это что, он по мне, что ли, сидел? 8 лет. И закрывал вас от всех женщин этой голограммы, которая стояла перед вами. Вот так он выглядит на самом деле. Посмотрите на него. Неприятный. Вот просто, чтобы вы знали, как и кто приходит. Хорошо, арахноид. Сколько ты находился в биополе? 3 года. Недавно подключился к квартире. Ты в квартире. Хорошо, квартиру мы сегодня будем чистить, поэтому мы еще с тобой встретимся. Кто еще присутствует в квартире из присутствующих? Дракон. Дракон. Считай цифру синего дракона над головой. 17:36. Он говорит, я в квартире закрепился. Хорошо. Временно закрепился, добавляя всегда. Временно. Временно. Вот это время пришло сегодня. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? 2 года. Хорошо. И бес, сколько ты находился в биополе? 4 месяца. 4 месяца. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Константина спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в его биополе. Мощнейшим потоком все энергии пошли назад. Без тебя в квартире нет? Как же нет? Ну, а чё ж ты молчишь? Воронка сейчас? Там моя. Я спрашивал, кто еще в квартире? Он показал. Хорошо. Значит... Бес, синий дракон и арахноид сидят в квартире. Инсектоида там нет, да, инсектоида? Нет. Хорошо. Лярва есть, бес? Константина, посмотри. Есть лярва. Где? На ногах, на икрах. Нагрузка там большая. А откуда нагрузка? От твоих причиндалов? От твоих подключек? Или все вниз стекало? Все вниз шло, плюс физические нагрузки. Плюс физические нагрузки. Понятно. Ты хочешь разгружаться-то не умеете. Вот это накапливаете за всю жизнь. Хорошо. Вам на радость. Согласен, вам на радость. Так и есть. Ты хочешь меня спросить, отдам ли тебе эти лярвы или нет? Он говорит, отдашь, а глазам видишь. А, ты посмотри, какой ты ясновидящий. А у меня больше есть, чем лярвы еще. Ладно, ждем окончания реверса.
Заинтриговал. Ну, что ты думаешь? У меня аж-то герц побольше, чем у тебя. Закончено. Хорошо, установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Константин забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Константин себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пошел процесс. И из голограммы забираем реверсом частички души, частички ДНК, весь биоматериал, все энергии родные, все, что было украдено. Возвращается назад до 100%. Пошел процесс. Вот от голограммы он соединил его не только ДНК, а больше привычками. Изучил его привычками, подключил к этой пленке, как он говорит. Готов? Без, давай, выходи. Собирай сначала, снимай все, что я оставил в его биопуле. Отключай. И как все вытащишь, доложи мне на месте. Приступай. Такие штаны у него, как колготки длинные. Показывает он в коленках, ноги поднимает, как шагает. Понятно. Вот причина этого шагания. Действовать на физическое тело. Мне физические энергии нужны. Да, а какая твоя цель? В демонов перейти? Уже девятый, я смотрю. Ты первородный? Или ты был человеком? О, подожди, он говорит, что моя цель — собрать с него физические энергии. Усталость. Усталыми сделать, выжить, как лимон. Хорошо. Ты первородный или ты был человеком? Первородный. Понятно, хорошо. Снял все. Разрешаю тебе забрать вселяры в его биополе. Ничего не забывай. Готов. Хорошо. Инсектоид, выходи. Снимай, вытаскивай, жидкость отсасывай, инкубаторы, если таковые есть, все забирай. Ничего не забывай, возвращайся в клетку. Есть инкубатор. Подключает. Готово. Хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключай. Полностью ничего не забывай, возвращайся назад. Ну, у него третий глаз. Снял плату. Хорошо. Арахноид, выходи. Всю паутину, все, что у тебя там есть, вытаскивай, ничего не забывай. У него как иголки воткнуты сверху в голову. Показывает, как по одной двигает, достает ее, и у него начинает мысль в эту сторону текать. Потом другую достает. Как это отражалось на физическом состоянии? Это был недостаток энергии, головные боли, давление. Мыслим никуда. Мыслим никуда. Дальше мысли, она не двигалась, дальше дело, к делу не переходило. Засоряла ему голову мыслями. Угу. Идеями. Пустыми. Ох, что ж ты, арахноид. Паучок, боровичок. Все снял. Хорошо, суккуб. Твоя очередь, уходи. Если что-то есть, вытаскивай, отключайся полностью. И докладывай готовности к проверке. У него слова идут, много слов. Сладкий, сладкий, на Вишудхон действовал. Все назад. Снял суккуб. Хорошо. Включаем внутренний белый свет Константина. 1, 2, 3. И этим светом Константин выдали из себя все негативные и патогенные энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел белый свет, выдавливает это все и формируется перед Константином шар с этими энергиями. Шар небольшой вышел. Открывая под ним портал, галактическая дружь, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Отлично. На счет 3 даю команду. Константин сделает импульс высоковибрационного шока удара и отсечет от себя все негативные воздействия. Стоп. И отсечет от себя все каналы к интерферентам и их подключек. 1, 2, 3. Мощный удар, отсекает, все каналы отлетают. Получилось у него? Ну, у него плохо получилось. Не все каналы отлетели, у него нет веры внутри. Нет веры внутри. Что он делает? Понятно, подскажу Константину, помогая моей энергии, сделать импульс. Высоковибрационного шока удара и отсечь от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Все каналы уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово.
Хорошо, отлично. Инсектоид, готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. И инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо, суккуб, готов уходить? Готов, не готов, все равно же отправишь. Абсолютно верно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Он спрашивает, можно ли забрать голограмму. Нет. Понял. Готово. Отлично. Под голограммой открывается портал в галактическое ядро. Голограмма уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Хорошо. Арахноид с синим драконом. Я сейчас вас отправлю в квартиру. Через 20 минут приду туда. За это время вы соберете все, что вы там оставили, и будете дожидаться меня. Я открою вам каналы, и вы уйдете на свою частоту. Все понятно? Да. Открывается против часовой стрелки канал в квартиру. Константина 1, 2, 3. И арахноид с синим драконом уходит в этот портал, дожидается нас там. Закрывая, печатывая, растворяй. То. Выходит эмоциональный фотон Константина 1, 2, 3, проецирует все негативные программы, негативные мысли-формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, генерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. У него давящих мыслей много, вышел фантом. Отлично. Константин, это все ваши энергии, которые вы сами сгенерировали, все негативные. Вы готовы расстаться с ними? Да, конечно. Сворачиваете все энергии в шар, бес забираешь? Хороший сюрприз, давай. Отправляю без. Хорошо, скажи много мне. Много хороших давящих энергий. Хороших давящих энергий. Скажи, ты мне там, ты в квартире там главный или там еще черт есть? Я главный. Хорошо, почему я спрашиваю? Я просто буду еще собирать весь негатив там, после того, как мы все порталы закроем, и ты уберешь все, что ты оставил. Вот, у меня просто вопрос, кому его отдавать? Праздник попал. Абсолютно верно. Хорошо. Сейчас я открою портал, пойдешь в квартиру. Открывая портал против часовой стрелки в квартиру Константина 1, 2, 3, и бес уходит в этот портал. Закрывая, печатывая, растворяй. Он сказал, что он контролирует там, пока нет никого с нижних миров. Готово. Все, поехали. Тогда все ушли, ничего не осталось в клетке. Чисто. Поехали по частотам. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1. 2, 3. Пошел процесс. Вот у него душа, она открывает чакры. И с каждой чакрой стучится к нему. Хочет разбудить его. Напомнить, что она внутри. Константин, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Плохо чувствую и хорошо чувствую. Плохо от того, что не интересовался. Плакать хочется. И радостно от того, что проснулась душа. Живая. Давайте остановимся внутри на меня. Давайте на радости остановимся. Во всяком случае, сейчас вы можете начинать новую жизнь, но с учетом прежних ошибок, никаких интерферентов у вас больше нет. Не повторяйте, выходите из этого круга своих привычек, где вы любите ходить, анализируйте свои действия, свои ответы и уходите от этой рутины. Вам сейчас придется действительно думать, что отвечать, что делать, что говорить, потому что наши действия и притягивают этих интерферентов. Потратьте лучше время на свое духовное развитие, на то, что вам интересно, вам ваше сердце подскажет, как действовать. Если у вас будут вопросы к вашему куратору, если вы захотите узнать что-то о себе больше, о своей душе, откуда она пришла, где жила и так далее, обратитесь к нам, мы в этом случае можем вам тоже помочь. А сейчас мы будем возвращать вас назад в ваш биоробот и перейдем сразу к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Константина в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово.